Запорожский национальный университет посетил знаменитый немецкий ученый Готлиб Пельцер, изъявивший желание представлять наш университет в своей стране. Готлиб Пельцер предложил свою помощь в налаживании связи биологического факультета с немецкими высшими учебными заведениями и учреждениями, сфера интересов которых является охотоведение, и пригласил представителей биологического факультета посетить Германию. Об этом сообщает интернет-издание «Репортер.UA».